Так, всем конишуа. Приветствую вас в записи, приветствую вас сейчас. Значит, погнали, поиграем чуть-чуть. Что это такое? Это где, блядь, вообще? Какая-то хуйта. Что-то губа какая-то вся пошарпанная у меня. Так, у меня странно мало FPS. Дайте-ка я перезайду. Ну-ка, настройки Radeon. Видеокарта. Морфологическое сглаживание включено. Выключим. Попробую еще раз, ладно. Так, ну ладно, чё мы? Продолжаем ловить привидений. Ну как сказать, ловить-то, блядь. Ловить на фотоаппарат? Чё-то, по-моему, все так же. Ну-ка, дайте-ка я кое-что попробую. Other? Нет. PC Settings. Вертикал синхронизация выключить. Ну, по-моему, то же самое, только немножко. Видюха начала разгоняться. Тут, видимо, лог кадров на 60. Вот эта настройка, это лог кадров на 60. Никакой вертикальной синхронизации здесь нет. Хотя это Unity. Движок-то они писали. Ладно, ладно, окей. А, там не видно же будет. Так, тут full. Да, все, я выставил, что хотел. Так, давайте потестим сначала игру. Работает ли она корректно? По идее, да, я ничего не менял. А, give us sign. Еще разок. Контрольный. Give us a sign. Ну-ка, если я буду тихо, очень-очень тихо говорить. Give us a sign. Give us a sign. Ничего себе, блядь. Give us a sign. As a sign. Ассоциацион. Ну ладно, play. Стив Дэмэджо, no pain, no hope. Дима Винчестер. Мамонт. А, кстати, он вчера был. Только у него на этой. На русском было написано. Юрий Круине. Ну, давай зайдем. Hello? Hello. Здорово. Здорово. Ты Юрий, да? Кто? Я Водянга. Водянга? Та-да. Слышь, иди отдохни, чел, 82-й левел, вообще больной, что ли? Он вообще живет в этой игре, что ли? Да тут на самом деле два контракта слышь, делаешь, и все, новый левел. Мужик, ты разговариваешь, нет? Первый левел, короче. Да я предлагаю его кекать. Короче, погнали, короче. Ему базарить, что, нет? Если нет таких. Так, конечно, кека его. Такие челики обычно не базарят. А ты чё, типа, задрот, что ли, 19 левел? Два контракта делаешь, у тебя новый левел. Как так-то? Ну вот так все просто. Ну сколько, 40 карт пробежал туда-обратно и все. Мне показалось здесь крести. Ну так. Много. Так они визуально-то ничем не отличаются. Не, ну у них способности разные, типа. Ну да, это есть. Hello, guys. Эй.
Здорово. Что, блядь? А вчера вы очень ровно летели. Нормально. Оку. Блять, они идеально летят. Where are you from? Romania. Where are you from? I'm from Exit. Ха! Давайте посмотрим что-нибудь. Задрот, что ли? Дима Винчес. О, ну-ка. Здорово, здорово. О, Руслан, о, нормально. Хорошо. Давай скидывайся вещами и погнали. Наконец-то. Так бы сразу. Так сложно найти Руск. Да ладно. Я только что к одному в лобби зашел, один из четырех. Да, твоя башенька быстро ломается. Молчи. Это долго стоит. Нет, это не Red Hat, потому что... Red Hat ломает мать, не себя. Видал? Все готово, го. Что? Ready, ready. Что, ты нормальный? А, у тебя 19 уровень, понял. Да, да. Никаких проблем быть не должно. Да не, я еще лом 39-м играл вроде. Только что 82-й видел. В школе был. Ого. Какой нюник, какой нюник? А, не знаю, не запомнил. Даже не читал. Сам же свою башню ломаешь. Чиганка. Это бан. Это бан. Что там делаете, блядь? Чиганка, нажимай, готов. А, да. Сорян, туплю. Я только что. Стоит такой. Так, what do you want? Who are you? Блять. Сейчас проснусь. Why are you here? Why are you here? Губы, короче, сохнут. Либо аллергия какая-то, я не понимаю. Но верхняя губа вся потрескалась. Первый заход всегда очень долгий какой-то. What shall we do? Do you want us to leave? Should we leave? Shall we leave? Do you want us here? Are you angry? Do you want to hurt us? Так, ну погнали. Ага. Да, все понял, что за карта. Щиток очень далеко. Тебя коротко. Не слышно. На связи. Тебя не слышно, дядь. Эх, печально. Согласен. Ой, рубильник в самой далекой комнате. Та-да. Вход. Вход внизу, блядь. Там справа сверху, блядь. Рубильник. Хы. Чё, нормально? Это все виноваты ваши игры. Та-да. Вот бы она где-нибудь на втором этаже была, эта тетка. Я думаю, что это тетка. На третьем. На чердаке. О, ну там далеко идти. Ну да, и страшно. Да спрятаться это можно. На чердаке. Кто у меня сегодня был на чердаке? Ну и, короче, меня съели. Кусь? Да. SCP-393 или как там? 363, не помню. 938. Собака. Не, 939, скорее всего. Да, 939. Да. О, все, найс. Конечно.
Хорошо. Сначала вещи, потом уже это, да? Чё себе тут у нас его пацаны? Нормально. Сьюзан Мур. 415-я база, ответь. Сьюзан Мур. Понимаю. Погнали, погнали. А, вы ебать, спидранеры что ли? Нихуя себе. Спидранеры, блядь. Бля, я бы поспидранил эту игру, кстати. Ебать, реально спидранеры какие-то. Так, что нам еще должно понадобиться? Наденьте камеру на голову. Я найти не могу. Реально спидрейнер? Все, залетаем, нет? Ну, подожди, не-не-не, мамы все перенесли, это же надо. Термометр, термометр взять. Есть тут термометр. ЕДС брали? Есть ЕДС. Да все, поехали. Да, поехали, первый матч. Сьюзан Мур. Сьюзан Мур. Дай нам знак. Give us a sign. Сьюзан Мур, where are you? Give us a sign. Сьюзан Мур, are you here? А спрятаться куда? Что? А прятаться ты куда будешь? Сразу выходить на улицу. Сьюзан Мур. Give us a sign. Блять, дай нам знак, это конечно гениально. Что, надо сфоткать косточку? Да, фоткай. Сейчас возьму, сразу. Она вроде бесполезная, её фотать.
Позиция где? Give us a sign. Пацаны здесь, пацаны здесь. Пацаны сюда, сюда, пацаны, назад, назад, назад. Пацаны сюда. Вот. Она вон тут сидит. Тут температура низкая. Ого. Давайте оборудование поставим. Сьюзен Мур. Ща. Так, я датчик поставил. Кстати, не так уж и далеко. Опа, дверь закрылась. Да, блядь, не мешай мне. А, это ты тут напугал. Фу, блядь. Ебать, за парашу можно спрятаться. Ну все, выходите. Камера не работает. Да сейчас давайте расставим еще шаттл. Can you speak? Блокнота нет. Блять, передо мной. Унеси фиолетовый фонарь. Унеси, унеси фиолетовый этот глоустик. Глоустик, пожалуйста. Есть написание. Еще что-то принести? Да пока не надо. Ты дверь закрываешь? Нет, не. Вот здесь. Фото. Активность на четвертом. Контакт перемещает предметы. Четверка активность. Он ушел. Пятая активность. Теперь на двойке. Он написал. Неизвестные знаки какие-то. Бесконечность, треугольник. Бля, чел, это не надо. Я уже сказал, что написал. Да. Температура сколько? У меня термодатчик есть тут. Блять, это ножка стола, сука, я ее нахуй обоссался. 5 градусов, 3 градуса. 4. По камере посмотрите, есть ли тут какая-нибудь хуйня ли ты. Дверь закрывается. Выключите свет. У меня, пожалуйста. Блять, они не выключали свет. Отпечаток. Ничего не вижу по камере, такого улетающего. Отпечаток, отпечаток есть, записывайте. Сейчас тоже не видишь? Сейчас тоже не вижу. Отпечатки с одной стороны только. Диктофон был? How old are you? Диктофон. Был этот EDS? EDS четверка максимум. Фух, сука. Spirit Box, Fingerprints. Все, можем уезжать. Это спирит.
Я знаю. Все знаки указывают на это. Что выбрать? Что выбрать? Спирит, дух, вроде по-русски. Улики — это бесполезная хуйня. Это чтобы ты мог определить призрака, и все. Ничего, нормально. Записи в блокноте. Это дух, да, это дух. Записи в блокноте, да. Это дух. Возвращайся. Ну, я делаю квест четвертый. Сейчас, 5 секунд. Засчитала четвертый? Да, да, все. Отлично. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Nice. Куба меня беспокоит. Только ты надо. Спасибо за подписку. Меня выкинуло. Да, это спирит был. Знаешь, 65. Bone evidence. Мы ее не под. Они ее не подобрали, блядь! Они ее не подобрали. Они ее не подобрали, блядь. А я их не вижу, лол. Дима Винчестер. О, привет. Это, блядь. Ехали. Где Дима Винчестер? Не понял. Они, видимо, куда-то зашли и какой-то из типов захостил. А я-то, блядь, не знаю, как их зовут. Сука! Серега. Ксения. Looks like there are others out there in need of help. О, Дима. Блять. Сука, я только их на. О. Hello, hello. Здорово, здорово. Блять, мы все, мы все сделали, сука, кость не подобрали. А ее надо было подбирать? Ее надо было подбирать. Понимаю. Понимаю. Надо было взять, точно забыл. Я понадеялся на вас, что вы ее возьмете сразу же. Вот, вот это чучело у меня вот здесь вот. Да, у меня тоже. Йоу, Бигман. А вот здесь у меня вот тоже какое-то чучело оно есть. Вот как вот чел, оно чучело. Не, у меня там нету чучела. А у меня вот еще чучело. Да, вот. О, тут... косточка. Его да. Чучело. Чего так много раз? Да. Ну я, ебать, чтобы засчитывало. Бывает, не засчитывает. Фотограф, фотограф. Фотограф, да. Чуть-чуть это. Ухмылка другая, ну-ка поменяй. Модель. Да. Модель. Попозируй, попозируй, ну-ка приведение. Давай, 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 раз, 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 раз. Все, вы в танцах. Достанешь мячик? Ебать. Но у меня VR нет. О, кстати, да. Я бы хотел себе VR. Прикинь, в эту игру VR играть. Я видел таких. Сука, это вообще. Нифига ты длинные руки.
Чё, кто последний-то? Чела надо найти. А, Димы Винчестера и не хватает, лол. Да. Не, Дима, он еще один приходит. Так, я пока что буду башенку строить. Принесите мне, пожалуйста, все обраски. Что, блять? Она немного кривая, или мне кажется? Тебе не кажется, она похожа на бесится. Ты не можешь кидать? Я закинул. Мбахер. Нет, осторожно. Нихуя себе. Ой. Она не засейвилась. Подняла, упустила брата. Ой, пацаны. Лол. Все нормально. Прекрасно. Что вам? Сам такой. Че? Сам... Хороший контракт, разогревочный такой. Гладенько зашли, гладенько вышли. Вообще, Спирит напугал нас и все, и сорвался. Сейчас видеть землю получилось. Как кого-нибудь зовут, Влад? Тебя. Понятно. Нет, ну ладно. Хайдскул, блядь, я не хочу. Я не хочу хайдскул. Нет! Да давай школу, ну тогда давайте что-то другое. Пацаны уровень тем временем. Никому еще есть. О! Рут, хаос. Нет. Хикскуль. А что есть еще кто-нибудь? Какая-нибудь краска еще нет? Это все банки? Да черт, тут белых нормально пойдет. Не, давайте разные, чтобы мы друг друга хотя бы различали. Ну, это поменялось. О, все, нормально, пойдет. Все готовы, я погнали. Стрит хаус. Надо попробовать. Привет, зеленый. Привет, Никита. Сейчас попробую оттенок покрутить, может быть, получится что-нибудь. А чё, какой я должен быть красный? И сам по себе бледный. Ну-ка. Вот так вот. Во. На, ебать. Матери с локтя, отцу с локтя. Играешь, сиди сколько хочешь. Чё, Никита, руки как дела? Руки вверх послушать. Руки вверх. Что вы хотите? Целоваться. Давай. Пусть сам целуется. Пиздец. Ой, что ты готовый? Хлебушек. Вернись, пожалуйста. Дай. Диск.
хуёчек-то у него торчит. Бля, писюны. Оп. Оп. Заходи. Кот зашел. Кот заебись. А приздите эти призрака. Че второй? Он не полностью зашел. Ебать, с фонарями, смотри. При помощи датчика. Лол, видели? Призрака при помощи распятия. И найдите доказательства присутствия призрака. Ебать ты, зиончик. Так. Давайте все переносим. Дайте пищалку мне. Спасибо. Захожу. Как звать? 5 минут не решают на самом деле. Дэниел Джонс. Это на самом деле не очень тактика. Дэниел Джонс, give us a sign. Дэниел Джонс, are you here? Дэниел Джонс, give us a sign. Дэниел Джонс, give us a sign. Блять. Свет выруби. Свет выруби. Give us a sign. Я включил свет, если что. Дэниел Джонс. Не включай везде свет, брат. Дэниел Джонс. Ездит трейка. Я здесь. Вот это здесь, в коридоре, Вот, вот, вот. Это комната, окей, все, мы нашли комнату, пацаны. На втором этаже. Да, да, я уже здесь. Я за тачек пошел. Все, выходи, Daniel, брат. Распятие нахуй отсюда убери, пожалуйста. Can you speak? Scream. Close the... Камеру 5 кадров мне, пожалуйста. Да, я обычную камеру, кстати. Я не слежу, камеру, чтобы зайти.
Ты ее включил? Ты включил ее, нет? Сейчас, сейчас посмотрю. Все. Камера есть, камера включена. А у нас минус 10 человек, он плевнул и бой вышла. Дайте камеру пятерку мне. Камеру пятерку. А, окей, есть. Он здесь? А, в смысле? У меня? Я не знаю. Он у меня. А, понял. Я здесь, камеру. На. Пройдите, следы посмотрите. Вот на этой двери должен быть след. Вот это. Так, голосовой контакт. Пятерки нет. Can you speak? How old are you? Are you young? И are you old? Алло. Are you old? Прием. Да-да. Блокнот есть? Блокнота нет. Я сейчас принесу. Блокноты и отпечатки. Да, взял отпечатки. Are here any ghosts? Спасибо. Есть фото. Да, нету его. Он и закрыл сразу. Нет, я короче закрылся в шкафчик и дверь. Что ты тут ищешь-то? Положи лучше, где взял. Я знаю, да, я не вижу отсюда. На три. Тебя сейчас ёбнут, подожди. Посиди со мной рядом. Окей, давай. Он перед он нами. Он, кстати, сбежал, засветилось? Да, да. Давай его зафоршу, короче, ты потом убежишь, как он появится сейчас. Это как? Это как? Show us. Show us. Что ты шокаешь? Make a noise. Дай нам знак. О, написал. Are you only one here? Are you only one here? Ты на камерах? Мы чё, вдвоём, блядь? Он на ФК стоит. Заебись.
Вода. Здесь что-нибудь есть? Сначала сделай игру на английском. Зачем? Эти команды не работают иногда. Работает. Не работает. Е-е. Ну я не... А там цель наступила. Окей. Действительно наступил. Что будем делать, будем? Не знаю, иди, наверное, на камеры. Блять, он перед нами. Чего? Если я сейчас пойду, меня могут съесть, да, или если я пойду? Ну, по идее, он должен был появиться уже несколько минут назад. Может, до конца смены тут посидим? Да, давай. Приедут наши, зачистят. Только мне жрать надо идти. Ну, я пойду на камеру. Давай, давай. Это он бросил фонарей, да? Орбы не видишь? Что? Орбы. Это чё? Ауэр? Бля. Орбы нахуй эти, привиденческие. Не-не-не, такие, как модельки какие-то летают, да? Ну да, белая хуйня, пыль. Не-не-не, не вижу. А ты статичную камеру используешь, да? Которая на меня смотрит. Которая на мониторе. Которая статичная, передо мной. Да-да-да. Все, там не видно мотыльков, да? Да. Тачик завязался. Который слева от камеры, справа от тебя. Он в ванной. Нет, тачик, не вижу. Не видишь его? Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Блять, пугает меня мразь. Show yourself. Как звать его? Даниэл Джонс. Даниэл Джонс. Даниэл Джонс. Да-да, у нас ситуация ясна. Видите призрака при помощи РС-5. Даниэл Джонс.
Show yourself. Daniel Jones, show yourself. Show yourself. Show yourself. Scream. Are you old? Are you old? Show yourself. Show yourself. Daniel Jones. Daniel Jones. Daniel Jones. Daniel Jones. Show yourself. Show yourself. Да ладно. Тебе таблетки принеси. Да не, этот отморозок. Вот это почему на 3%. Все, он идет меня ебашить. Че, блядь, точку найти не можешь, долбоеб, куда встать? Алло, лох. Сука, руки потеют. Алло, база? Я видел. Да-да. Алло, как там? Да-да-да. Как там у вас? А у тебя как? У меня, блядь, все пиздец. На самом деле не знаю. А дверь закрыл. Да, я таки понял. От себя. Надо свет включить. Надо свет включить, свет в подвале. Это. Натуре. Ебать мы вовремя, сука. Как же, сука, вовремя сыбались. Это тайминги, реально. Вот дверь открыл, или это ты открыл дверь? Он её нахуй закрыл. Чё так? У меня стоит диктофон, запись в блокноте и отпечатки. Диктофон же говорил. Давайте уезжаем. Улики это просто чтобы определить привидение. Ну все же хлеб будет. Можно было просто духу указать и все. Ну ладно, го. Давайте пока, я жрать. Давай, удачи. Приятного аппетита. Спасибо. Ты тоже. Вот. Короче, спасибо.
Тебе тоже. Придется есть.